Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как вы, наверное, уже видите, в нашем магазине представляем крысы. Ontario Knife Company, или Red Model 1, или Red 1, как только их не называют. И сегодня у нас, возможно, не полная линейка, но это самые востребованные, самые популярные. Нету, конечно, полуавтоматических с доводом, но, возможно, появится попозже. Но пока рассказываем про то, что есть. Сталь AUS 8 в оранжевой рукояти. Данная модель, я думаю, всем известна, все знают крысу, но насколько все знают, что она занимает из года в год первое либо второе место по популярности среди всех ножей складных мирового бренда, поскольку это, безусловно, бестселлер, это нож, который знают все, это нож, который по многим версиям является практически идеальным складным ножом, поскольку его эргономика и анатомическая структура рукояти, она полностью схожа с анатомической структурой ладони. Да? Нету ни одного человека, который бы сказал, что этот нож неудобен. Представлен в кромке смешанной serrated plane, представлен в гладкой, представлен в стали D2, как вот на этой модели с более твердым клинком. Но все модели имеют ряд общностей, и что именно, это рукоять из термопластика GRN, клинок с прямыми спусками от обуха, все они в форме drop point, везде имеются врезучие насечки у основания, есть везде смена положения клипсы, ее четырехместное или положение с реверсом на 4, то есть у основания с двух сторон и по задней части также с реверсом на противоположную сторону. Имеется 4 бонки, то есть нож, помимо того, что удобен, функционален, но он еще и прост в обслуживании. Надежный лайнер лок, проверенный, и видим, как в осевом узле виднеются бронзовые шайбы, благодаря которым нож, ну, на мой взгляд, даже вот ассист он и не нужен, и довод не нужен, поскольку нож и без этого вылетает, ну, прям молниеносно, и нету никогда с этим каких-то неудобств за счет, конечно же, такого осевого узла. И по, давайте, характеристикам. А, еще, пока не забыл, есть в старом виде лого в виде треугольника, да, и новые версии, они уже идут с вот таким вот логотипом. То есть не пугайтесь, это все за правду, это все некий, ну, ребрендинг, или я не знаю, как это называется. По характеристикам. Общая длина ножа составляет 220 мм. Давайте хаки возьмем, мы его меньше всего юзали. Клинок 93 мм. По обуху 2,8. В сложном состоянии 127 мм. Толщина рукояти 13 мм. Ширина клинка 27. Ну, сталь AUS 8 либо D2. AUS 8 57-58. Порог вилла D2 58-60. Обработка сатин, ADP. Режущая кромка смешанная, либо play, как мы видим здесь. Сведен порядка 0,5 мм, ну, это абсолютно каждый нож. Абсолютно одинаковый. Лайнер лок надежный, по изъятию два шпинька под правую и левую руку имеют такие врезучие пирамидной формы насечки, которые вцепляются как в правую и левую палец руки. Ну, я левша, сейчас вот даже мне приходится левой рукой легко
изымать клинок из корпуса. Вес составляет 140 граммов. Ну, такой вот в розовом цвете, наверное, женский. Ну ладно, не будем сейчас про гендерную принадлежность, кому что. Ну, в таком цвете он тоже бывает. Повторюсь, на апрель 2020 года данная модель — это топ-2 среди всех складных ножей мирового производства. По данным Яндекса, по запросам, это и то, потому что первое место — это T-Lite 6, а T-Lite 6 это, ну, по моему мнению, за счет обновленной линейки T-Lite 6 Lin Thompson, да, всем известный змеевидной формы клинок. Вот благодаря ему, скорее всего, немножко подвинули крысу на второе место, но, на мой взгляд, это ненадолго. И, конечно же, такие ножи, как Spyder Camilla, Buck 110, они все где-то рядом. Всех благодарю за просмотр. Теперь они у нас. Жду комментариев. Если что не так, не судите строго. И до новых встреч. Пока-пока.